Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами снова я, Аня, и мой книжный обзор специально для вас. И сегодня мне хотелось бы порадовать всех милых дам книгами специально для них. И первая книга, с которой бы мне сегодня хотелось начать, называется она «Игра на вылет». Но прежде чем я расскажу об этой книге, скажу вам о том, что по традиции в конце нашего ролика вас ждет конкурс. Итак, книга «Игра на вылет». Книга от автора Лорен Вайсбергер. Она уже подарила нам с вами потрясающий роман «Дьявол носит Прада», а это очередной ее шедевр. Книга потрясающе оформлена в виде дамского клатча. Очень приятно держать такую книгу в руках и еще более приятно ее прочитать. О чем же история в этой книге, сейчас вам расскажу. Молодая теннисистка Чарли Сильвер продала душу дьяволу, когда стала подопечной легендарного тренера Теда Фелтнера. Господин Фелтнер решил сделать из скромной тихой девушки, из скромной теннисистки звезду настоящего глянца. Лучшие модельеры и стилисты, потрясающие VIP-тусовки, различные интервью, и все это для одной Чарли. Для нее становится это большим испытанием, потому что она никогда не жила такой жизнью, и стоит ли платить такую большую цену и терять себя ради богатства и славы? Об этом вы узнаете в этой книге. И, уважаемые читательницы, мне хочется отметить, что сегодня я представляю книги, которые помогут вам расслабиться, позабыть о каких-то проблемах и полностью окунуться в мир героев этих книг. Следующая книга, о которой хотелось бы мне рассказать, называется она «Синдром Атяшева», книга автора Олега Роя. Но прежде чем вы начнете читать и эту книгу, нужно прочитать первую книгу, которая называется «Дочки матери» или «Каникулы в Атяшево». Это история о московской актрисе Ирине Невельской, которая вместе со взрослой дочерью поехала отдыхать на свою историческую родину в село Атяшево, которое находится в Мордовии. И именно здесь ей посчастливилось встретить любовь, которую она искала долгие годы, простого деревенского мужчину, которого зовут Иван Пшеничников. Но что делать, если твоя любовь живет в Мордовии, а ты живешь в Москве? Конечно же, перевести своего любимого мужчину в столицу. Но сможет ли справиться простой деревенский мужчина с городским укладом жизни? Именно об этом в этой книге. И следующая книга, о которой хотелось бы вам рассказать, называется она «Календарь Girl». «Никогда не влюбляйся». Эта книга с маркировкой 18+, и мы просим обратить ваше внимание на это. В книге есть пикантные моменты. Таких книг будет всего 4, включая эту. Здесь описана история одной девушки по месяцам. История о том, как и на что готова пойти девушка, чтобы спасти любимого отца. Книга заставит вас задуматься, заставит вас поволноваться. Очень простое и легкое чтение для вечера вашего выходного. Эту книгу сможете найти на полках «Читай город». И последняя книга в сегодняшнем обзоре, называется она «Проще некуда», от шведской писательницы Кейси Ингермарсен. Здесь история женщины, которую зовут Аника. У нее есть двое детей, она замужем, у нее есть любимая работа. И каждый день, приходя с работы, она готовит еду для мужа и детей, потом идет ложиться спать, потом идет на работу, и так каждый день. В общем, быт полностью съел эту семью и, конечно же, не добавляет это радостного настроения главной героине. Но вот однажды появляется новый коллега на ее работе, молодой и прекрасный, который замечает Анику и заставляет ее почувствовать себя настоящей женщиной. И сможет ли Аника справиться с этим искушением, сможет ли она изменить мужу или снова вернется в семью? Все в этой книге сможете найти. А эту книгу сможете найти на полках магазина «Читай город». И, как и обещала, конкурс. Сегодня нам хочется разыграть вот такой потрясающий набор, который называется «Игра на вылет». Здесь книга с одноименным названием, о которой я рассказывала в самом начале своего ролика, а также кисточка для нанесения макияжа и бронзатор, подходящий подо все типы кожи одной небезызвестной нам косметической компании. А что нужно сделать для того, чтобы выиграть этот замечательный набор, вы сможете прочитать под нашим видео. А это было все на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы. Пока-пока.